Вот Сергей готовится к съемке. Нычит записывающее устройство. Очень видно. Это ветрозащита, надо оставить ее. А то шипеть, хрустеть, блядь, будет всякая хуйня. Я просто вам подарил под футболку. Ну, вообще охуенно. Уровень кашля нормальный. Да. Ну что, скажешь что-нибудь? Приветственное слово. Ну да. Вот это ракета. Привет, друзья. С вами Сергей Куваев. Мы сейчас находимся на Акихабаре. Весна. Вся хуйня, на, возьми. Да, вот. Диман ассистирует. Ай! Поехали, пошли в горничную. Да, сейчас посмотрим, найдем, может, каких-нибудь мейда. Сходим в мейда-кафе. Беспалевно попробуем что-нибудь там поснимать, узнать, что там вообще происходит. Махоу, все дела. Ну да, да. Съедим мы этот омурайс. Омурайс. Беспонтовый. Ну что, мы тогда идем сразу в мейда-кафе? Да, или мы с разными телками поговорим? Не сразу, давай солдат поговорим. Какая-то страшненькая она одна. Так она же не мейда, какой смысл тогда? С ней мейда. Он обрабатывает уже. Он русский язык. Какой-то, да. Вон девочка. Так, ну что, опять секс-шоп, Диман, да? Да, костюмчики посмотрим. Твое любимое место на Акихабаре, по-моему. Да, отличное место. Подарки друзьям и коллегам. В прошлый раз что не то, когда закупился? Недостаточно было? Да. Ну, подарки раздарил, все, они же тебе одноразовые. Одноразовые? Да ладно. Не, не костюмчики, а эти всякие мастурбаторы. Одноразовые? Они не моются, что ли? Не, ну мыть-то можно, конечно, но как бы это единично. А, да? А как по ощущениям вообще люди что говорят-то? Очень похоже, натурально. Да ладно, да. Лучше, чем просто ходрочка? Да, понятно, почему люди здесь не парятся особо по поводу знакомства и всего остального. Покупают себе мастурбаторы и дурачат. Понятно. Ну, одноразовый что-то дороговато. Ну, там, помнишь, был вот этот наш фаворит? Он был с этим, со съемными насадками. Да, да, подарил. Товарищ очень доволен. Эйсик, привет. Ну ладно, короче, не знаю, будем мы там что внутри снимать или нет, наверное, нет, скорее всего. Видео все-таки уже есть на канале. Ну, сейчас посмотрим, короче, что там можно. Пойдем. Я хочу поехать в Японию и смотрю блог Сергея Куваева. Но он как-то нехотя общается со мной. Я видел вас в видео и подумал, может, вы захотите общаться. Я говорю, ну давай попробуем пообщаться будем. Вот смотри, такая это толпа девочек. Куда это они? Каким-то, блядь, извращенцем. Пойдем за ним. Менеджер, может, какой-то. Ну чего такая, не смотри. Давай. Смотри, ножка тут нормально все. Куда их ведут, как ты думаешь? М? Куда их ведут, как ты думаешь? Не знаю. Так, ну что, сходили мы уже сегодня и в Мэйд кафе, и в Гандам кафе, и в суши. Где уж только не были сегодня, наелись всякого вообще непотребщины всякой уже. Особенно вот чудесное Мэйд кафе. Ну да, да. Танец был, конечно, ничего, но вот еда, конечно, трэш. Да и в Гандам кафе тоже еда отвратительная совершенно. Ну я нормально коктейльчик выпил, все нормально. Ну вот, а салат сплошной майонез. Мороженое. Все. Ну вообще в Гандам кафе мне понравилась обстановочка. Ну вот так у нас выглядит Акихабара весенняя после дождя. О, русский язык.
На первом этаже нашего магазина вы сможете найти большой ассортимент товаров, таких как цифровые фото и видеокамеры, цифровые фоторамки и принты. Здесь все duty free. Везде. Duty free — это значит без налогов, по идее. Ну, типа товары из-за границы. Ладно. Да, на Акихабаре, в принципе, веселая такая обстановочка. Мейда. Это уж с ветерок такой, мне голову освежает, вообще нормально становится. Да? Отлично. Нам туда. Что, не пройдемся чуть-чуть? Или это? Пойдем, да. Давай сделаем кружочек. Вот смотри, Рыкса. RX-7. Для машин. А, Мазда. Мейда, Мейда. Ой, слушай, а сейчас они видишь? Уже. Они там... переоделись, вечерние розы. А, вечерние? Да, по-моему, они сменились, девочки уже. Там какие-то другие девочки уже. А? Посланцы тут есть. Че, фигурки? Фигурки все. Ты уже на диван, ты купил сегодня фигурок себе? Я не себе, я детишкам купил. Пойдем дальше, ничего интересного. Винтажные всякие. Аппараты. Ну, провода, смотри, может провода купить. Так. Куча китайцев. Да. Смотри, какая панорамка. Какая красиво. Та-дам. Вот она. Мекка задротства. Да? Акихабара. Не, ну что, красиво выглядит в целом. Японские улицы, да? Акиба. Вечером так красиво выглядит, да, после дождя? Небо такое уже. Давай, что ты достал, подожди. Может, твоим подписчикам отдать? Отдай кому-нибудь. Надо конкурс придумать какой-нибудь. Давай. Сейчас придумали потом. На репост какой-нибудь. Кто больше зарепостит, он получит такую чудесную штуку. А что, эксклюзив? Да, можно, почему бы нет. Давай еще 200 евро. Вот такой был небольшой репортаж, точнее серия даже репортажев из Акихабары. Надеюсь, это было вам интересно и познавательно, вы узнали много нового. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, ставьте палец вверх. До скорых встреч. Да, Диман? Ага. Ну да. Что это у нас такое здесь? Типа паром, отлично. Они что-то здесь, видимо, строят. Сваи вон какие-то вбиты. Дополнительно какие-то самые площадь над рекой. Ты думаешь? Может, это для починки чего-то специально возвели вот эту такую платформу? Может, там путь дополнительно строят, видишь? А, это пути еще одни, думаешь? Ну, а куда? Это станция Чанумидзи. Серьезно? Смотри, как прикольно. Окна выходят на речку. Круто же. Ну, луна уже. Где луна? А у луна. Огни ночного Токио. Что-то они какие-то только не в фокусе. А, вот теперь в фокусе.
завораживающие огни ночной бутылки. Ты заворожился, Диман? Нет, тебя не заворожило? Муравейник большой. Как будто, знаешь, станция в разрезе метро. Сидели там, сняли кусок. Как муравьи, знаешь, в этих самых фермах живут. Там подсвечено, что-то ходит, что-то там. Ага. Не похоже так же, как послушать муравейник. Так срезали, что это можно было смотреть со стороны. Mm-hmm. Такой подсвечено, то есть здесь темно, там все. Что брови, что-то куда-то спешат, прям вот. Ну что, хороший райончик тут, в принципе. Удобный. Чё как хабар рядом. О, поезд. Прибытие поезда. Ту-дун. Япония, о Токио.